Ну, что я вам скажу. Слушайте, как поют птицы. Смотрите на кролика, который знает, что делать. Кто-то ругаются. Вот такую красоту. А овса у вас нету? А где? У меня не дома есть. Обана. Я хотел квас сделать. Там это я надо ехать. А, может быть и там. Да, так как можно. Там есть, вот. Так овес можно... есть. Да, там еще там стоит. Понял, придется идти, но не сейчас. Где-где? Ну, помолим, конечно, видно, что ходит, дорога идет сюда. Короче, овес есть. Блин. Я делал этот квас овсяный. Вот и вот, он пьет, ребята. Пьет водичку. А там кто-то копошится. Вот и так. Итак, всем здравствуйте. Сегодня у нас что? Воскресенье, 8:20. 16 число, середина лета. Середина лета продолжается еще, по-моему. Итак, я зашел к товарищу. Принес маленькую передачку вкусненького. Это надо делать иногда. Хотя иногда я бываю немножко экономный на себе. Взял у него свой шуруповерт. Без шуруповерта там подвесной потолок трудно делать. И козлика тоже надо сообразить. Взял с собой метровое правило. Что дальше? Сегодня нам предстоит поштукатурить стенку. Подготовить, так сказать, сеточку прибить. Прикрутить, привертеть. Ну и колонну довести до ума, под прямым углом сделать ее, вертикальную, горизонтальную. Что дальше? Ну, 3 дня, это уже у нас 4-й день работы, и 1 день был у нас затрачен на покупку материала. Песка мы купили много, ну не знаю, был бы золотой, он не помешал бы. Ладно, может быть, отвезем обратно. Сейчас нам надо поехать за сеточкой металлической, чтобы прибить ее на стеночку, закрепить. Ну и стараться и еще раз стараться, ребята. Давай, Мишенька, если что-то вспомнишь, скажешь. Ну и иду, останавливаюсь там, где мне интересно. Короче, я помню, что когда шел в 1-й класс, запах точно 1-го класса. Ну что, вижу издалека, вдалеке, сидит, по-моему, мой знакомый из Григорьевки. И торгует, как я понимаю, а понимаю я правильно, зеленью. Он сидит так далеко от всех остальных, что ему можно легко устанавливать свою цену. Он установил свою цену гораздо ниже, чем там на базарчике. И я думаю, что он зелень распродаст так быстро, что быстренько побежит домой, на эту самую, на маршрутку. Что еще я наблюдал только что интересное? Ну, я не сфотографировал. Короче, мальчишка вышел с этим скейтборд или что-то такое. Ну и на поводке у него здоровенная собака. И она тянет его, так сказать, легко и быстро. Я говорю, а если 3 таких запрячь, да, он будет обгонять и маршрутки, и вообще. Орел полетит, если поставить ему эти самые паруса. Ладно, Миша, много говоришь, вперед. Это я просто сел, дама освободила место. Ну, мы на тепленьком сели. А что, когда я еще пройду мимо этих подсолнухов? Этот шмель убежал от меня. Красавцы. Красавцы. Декоративные. Итак, ребятки, я вышел, можно сказать, на цель в 8:47. Сейчас мы звоним и заходим. Начинаем, наверное, с откручивания правила 2-метрового. И вперед. Подхожу к домику, к одному по дороге. Опять же этот самый скейтбордист, но уже без собаки. И куда-то погнал. Ну, 2 раза я его встречал, и 2 раза никак, только со спины его видел. И шортики запомнил. Так, Миша, вставай. Запомните меня по этой фуражечке, по бороде. Ну, бороду я все-таки, рука не поднимается. Положу плитку, если мне доверят эту плитку. Тогда сбрею. А так, отпускаем бороду. Может, там у меня будет какой-нибудь волосок с желанием. Я скажу, трох тебе дох тох, и любое желание исполнится. Пишите желания. Итак, 17:02. Мишенька закончил работать. Сегодня я работал дольше всего.
Ну, в обеденный перерыв я сходил домой за проволокой. Проволока там нужна, чтобы было ее забить. Ой, забить, закрутить на стенке. Сетка не продавалась по метрам. Целый рулон нам не нужен, поэтому мы закрутили сетку на стенку. Стенка у нас там гипсовая. Короче, я за первый раз забросал эту стеночку. На второй мы поставили маячки. А сейчас я уже иду домой. День прошел быстро и незаметно. На небе у нас большие такие облака. Ну, может быть, придет дождь. Всем спасибо, всем до свидания. Все-таки, как он говорил, Райкин, 7 замесов в смену. Я не сделал 7 замесов в смену, но все равно устал. Всем наилучшие пожелания. Борода отпускаю до победы. Фотографируй. Сейчас. Я так, селфи делаю. Так же ж неудобно. Я вчера, близко сильно. Так, вчера я делал видео, впервые увидел этот аппарат. Я спросил у мужчины, какой бы вы аппарат еще хотели здесь поставить? Какой бы вы поставили еще один аппарат? Аппарат? Да. Да лучше почтомат. Почтомат. Но мужчина мне сказал, лучше поставить этот самый. С пивом? С пивом, правильно вы говорите. Ха. По 15 копеек, если можно. О. И, так сказать, первого завода, как там он был, которого... Так, а я еще придумал такой, это, кислородную пенку. Тоже хорошо. Кислородную пенку. Пожелайте запорожцам чистой воды или чего там еще. Хорошего здоровья. Спасибо большое. А здоровье зависит от воды. Совершенно верно. Тут вода качественная. Удачи. Ну, сказал мужчина, который занимается этими аппаратами, что позавчера была премьера этого аппарата. Ну, народ доволен.